Здравствуйте, я Елена Смирнова. Сегодня хочу поделиться с вами новым биткоин-краном по сбору сатош CoinTiPlay. Регистрация здесь, значит, простая. Вводите имя или логин, без разницы. Электронная почта действующая, пароль. Подтверждаете пароль, будет капча. У меня была капча буквенная. Создать учетную запись, и вы попадаете в кабинет. И вам на почту придет письмо, нужно подтвердить письмо, но это чуть позже я вам скажу. Давайте зайдем вот здесь в чау. Меня что интересует? Значит, я только что зарегистрировалась, еще ничего не делала. Так, как заработать деньги? Что нам надо делать? Так. Так. Мы зарабатываем деньги от рекламы. Нам показывают, а мы получаем долю. Так, это не то. Так. Что я хотела узнать? Так. Так, давайте сейчас сюда зайдем. Так, когда я получу платеж? Так, вы можете выводить на свой счет Faucet Hub, как только у вас будет, по крайней мере, 35 тысяч монет. Здесь в монетах, не сатоши, а монеты. Вы можете выйти напрямую на ваш Doge кошелек Doge. Когда у вас есть как минимум 50 тысяч монет. Вы можете выйти напрямую на ваш биткоин кошелек, когда у вас есть, ну, минимум 100 тысяч монет. Так. Выплаты обычно обрабатываются в течение 24 часов, если перезагрузка сети, но это ладно. Так. Ну что, давайте перейдем в кран. У меня другой браузер. Вот так будет выглядеть наш кабинет. Значит, и по поводу письма. Вам придет вот такое письмо. Вы нажмете вот на синюю вкладочку и попадете, как бы подтвердите письмо опять в свой кабинет. И вам начислят 100 коин монет. Это выходит, смотрите, я еще ничего не делала. Вот 100 коин монет, и это уже здесь вот в долларах идет, а это в биткоинах, значит. Вот столько мне дали, это значит, выходит биткоинов мне. 1400. Так. Не поняла. Так, 146, по-моему, как-то так. Ну, да ладно. Вот они. Так, ну да ладно. Так, давайте дальше. Чуть ниже опускаемся. Будет партнерская ссылочка наша. Далее. На чем здесь можно зарабатывать? Кран. Давайте посмотрим, что за кран. Так, надо переводить все. Переводим на русский. Так, это нам предлагают PTS-файл показать. Так, показать оригинал. Здесь надо на оригинале. Все. Так, это потом закрываем. И кран наш. Надо собрать монеты. Смотрите, вот кран наш. Нажимаем, значит, сюда. Так, капча. Ага, здесь буквенно тоже капча вводим. РА и Н. Г. О.
Так, нажимаем Submit. И что нам дали? 20, ну, выходит все, ну, число типа, и 21 монету нам дали. Так, что вот у меня 115 монет стало. Дальше здесь есть игры, кто любит играть в игры. Я как бы в игры не играю, и вам тоже как бы начисляют монеты. Тут не просто зайти в игру, не обязательно выигрывать там. Ну, давайте зайдем. Я, правда, ничего не понимаю в этих играх. Вот. Вот 16 коинс нам этих монеток зачислят. Ну, грузит долго. Так, что-то не перебрасывает. Опять перебрасывает. Так, наверное. Старт. Ну, что тут делать, я не знаю. Ну, в общем, такая вот игра. Вот. Кто разбирается, как бы, да? И начисляют просто 16. Не обязательно выигрывать, как бы. Далее, на просмотре видео здесь еще можно зарабатывать. Также нам начисляют коин монеты. Вот, далее. Я уже не буду ничего тут делать. Так, видео. Здесь еще вот такая Affair Vals. Также будут нам начислять монеты. В общем, намного чего здесь есть. Есть майнинг. Гейм. Вот. И есть... Я майнинг не... трогать не буду. И есть просто майнинг. Я тоже, это будет нагрузка на процессор, как бы, и я не хочу нагружать процессор и не буду. Так, а это вот сейчас переведем все-таки на русский. Так вот, интересный экран. Мне вот, а, здесь больше. Что тут нам больше дают? А, переходом рекомендуемые смесители. Ну, такой вот кран. Я думаю, здесь можно неплохо подзаработать. Вот. Так, и что здесь? Кран краном. А вот здесь давайте-ка посмотрим. Смотрите, панель прибора. Вот здесь изымать. Еще у нас есть вкладочка. Вот. Так, значит, здесь вот смотрите. Биткоин кошелек, Faucet Hub и Доги кошелек. Можно как бы выводить на Доги вот эти монеты. Можно на биткоин и на Faucet Hub. Очень хорошо. Так, платежи, настройки. Так. Так, вопрос-ответы, контактная поддержка, ну и выйти. Ну, сами тут уже дальше посмотрите все. Видео и так уже затянула я. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Я думаю, что
заработать здесь можно очень даже неплохо. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Пока-пока.